Здорово, Тимуры! И к тому же родственники, которые у меня есть. И также подписчики. С вами, как я Тимур. Тьфу, какой Тимур. Сергей Мелегов. Ну, как всегда, я буду... Подсел сильно, набрал старцы и сделал... В голову такая ужасная идея. Будем открывать нового персонажа. Эмс. Подкоплю еще сундучков, а то у меня... Вот видите, это Леги, Мифик и Эпик. Во, Эмс, 8К. Let's go, мазафака. Тоже хорошая карта сильная. Здесь сундучки. Нет. Ладно, вам. Спираем сюда быстро. Уходим отсюда быстро. Это как... Мне нравится вот это вот. Это как называется? Как член? Член лягушки хрен... А! Нет. Умирайте быстрее, игроки, а то скоро газ. А, это пускай. Ты что делаешь? На, забирай. Нету никого. Сверлить. Кому-то нам или там подсраки. Или такое чувство, что дали тебе поджоп. Слышится звук, как поджопник тебе дали. А, нет. Умирай быстрее, умирайте. Игроки, быстрее. Это на меня. Вот я эту команду. А то уже хочу... Уже бегу второе место. Да что ж такое? Да, ты меня мучаешь, да задолбал. Ты меня все сольешь. Как всегда. Одно чистое. Но мы ради этого не собирались. Мы пополним. Мы окончим с этим. Навсегда. Даже не мечтайте, что я совершу открытие, но я буду его совершать. Если вы наберете, не знаю, сколько лайков наберете, допустим, 30 тысяч это жирно, как блогеры попрашивают. Лучше пускай будет 10 лайков и новое, и открытие. Обещание выполнил. Слово дал, слово взял. Все. Problem now. У нас с одним банком, но мы силачи. Конечно же. Нет, не совсем силачи. Не совсем сильные мы. Почему эту Библию никогда не добьют? Давайте кому-то дадим ему подзатыльник. Я не буду на Пайпер играть, то, что с ближнего она не... Не норм. Не норм.
Да блин, почему? Блин, почему? Как всегда не можно. Надо получить этот жетон. Сейчас стали тяжелее делать прокачку. Пойдем, все соберем здесь. Зато сундуков насоберем. Это круто будет. Я накоплю сундучков, не надо. Я буду, если что, выходить, чтобы проверять, сколько я поднял. Там какой-то напарник пошел. Ты что там творишь? Ты что там творишь? Вот так вам. Красава, спалился. Думал, что никого там нет. А как фак? А то как сейчас выскочил, что обратно больше не зайдешь. Да черт, как мне выживать? Пожалуйста, дед. Да почему не хили? Да почему вы не умираете, да сволочи? Нет, ара. Ну, давай, загружайся. Возьмёте, давай. Те это, тут достали уже сливатели. Да, он и в игре. Когда-то я буду апать кого-то. Я люблю апать кубки, но только в ограниченном количестве, чтобы не переборщить до 21 ранга. Да сколько можно меня впулять? Да что вы тебе такого плохого сделали? Ну так у тебя. Беги, у тебя 202. Там загонись, я тет. Хоть бы типа дошел. Да что ж такое, если бы не ульты не было. А другая ульта, не ломать стены. Тут ты бесишь! Да вы уже бесите! Каждый раз менять бойца. Что тебе? Кроли, да, получила. Это целый там, ну. Хоть бы не добавляли эти чат. Хоть бы добавили голосовой чат. Это легче было играть. Подсказывать игрокам, что надо делать.
Вот, там драка произошла. Выживай! Убивай! Да-да-да-да! Убегай, жди меня! Наконец-то! Когда достигну 20-го ранга, то убираем мышей. И ставим какого-то другого бойца сильного. Дай Легу ПЖ. Что это за ник? Что это такое за ПЖ? Все, убираем. А, понял, группа поддержки. Они... А, группа поддержки. Как вы? Напишите в комментариях, что это такое за ПЖ. Что такое П? Что обозначает это слово ПЖ? Какие-то старые игроки. А то ГЖ это получается. Все. Будем пополнять кубки. Будем открывать нового бравлера за пути к славе. Не буду говорить в ролике, как выбить Легу. Когда у меня будет на этом аккаунте больше бойцов? Cookies! Yes! Нет! Да что ж такое? Удирай! Ну нет! Ну, ты не удираешь, а о, надо удирать. Легай. А? Да сколько можно на меня нападать? Лучше бы добавляли, не добавляли этого заменения, а то из-за них я не... Я получил фиг. А то я получил, я дулю. Дулю. Ноль кубков. Ноль кубков из этого места. Получил. Мне нужно узнать, что расшифровка дать Легу поддержка. Может, это сокращенно?
Вот ему-то. Ворон это лучше, а легендарка то, что он дальник. Пойдем нормального. Я дыпа. Мы пошли искать Бравл Старс и нормальную еду. Допустим, есть Бродяга. Такой фильм. Не, я его не смотрел. Черт, тут... Потому что он низкий урон. Он прокачался на майк. Допустим, я буду вылезать и влезать. Все равно не знаю шифр. Подскажете, буду знать. Бэк там. Нет. Все, нам есть уже 4 банки, так что погнали. Да что ж такое? Мне было, да постоянно тут крысы бывают какие-то. Лучше удалить эти. А, понял проблему. Это все из-за карт. Если бы их не добавляли столько много, тогда бы крыс было меньше. Лучше поставили такую одну карту с роботом. Еще лучше с лабиринтом. Мне она нравится. Там большой центр. В кустах. Черт. Да не надо столько крыс. Если бы удалить кусты, тогда было прекрасно. Если бы не было кустов, тогда это было хорошо. Или вообще их сжечь. Поджечь. Или давай такого персонажа, допустим, Гон. Допустим, персонаж Fire. У него атака была, АБ жгла кусты и наносила пятерной урон издалека. И такой же самое с Пайпер, но только ей проделали больше урона. А там будет относить целых 1000. Все зависит от расстояния. А, нет, ты что такое лагает? Уже 5. Да что ж такое? Плохой боец. Может, пойдем получается играть. Еще там уже откроем судочки. Постараемся выбить хоть что-то, если получится. Мне нужно банку одну. Эту. Эту, да блин! Да блин, куда ты стреляешь? Да все, еще нету банок.
Думал, что приду, заберу одну банку. И выбирал. Игроков лучше понизили. Еще бы четверочкой. Если бы еще в четверочкой. Да я же ФК. Черт. Что с этой игрой не так? Придется превыходить. Конец-то. Наконец-то. Это уже перестало быть говном. Хоть одну банку быть. Вот так вот. Вот так вот этим. Да черт опять! Опять что-то говно звучит. Да не надо, не надо, не надо, нет! Да что сегодня с игрой не так? Да что сегодня с игрой опять не так? Вылокаться не может. Задолбали. Когда уже пофиксят лаги? Уже хочу ковчей набить. Я же записываю для видеоролика. Почему Суперсел, вы так со мной? Обращайтесь. Пофиксите всех. А, да. Да нафига таких крыс? Уже б забанили каждого игрока, который крысит. Только сидит в кустах. То есть этого не повторится, говно. Это запись для видеоролика.
блин! Нет! Да вы задолбали с этой игрой! Да вы задолбали уже! Три раза перевходил! Да кто видеозапись для ролика? Это поедим? Да тебя-то какое дело? Так только запись для видеоролика, а уже на стриме столько вылетов. Столько вылетов. Точнее, не вылетов, а перевходов. Лучше бы никогда этого не было. Это лучше бы... И эта игра работала как на Майнкрафт на телефоне, без интернета. Да что ж такое? Дайте хилку. Да почему он третий? Да почему ты третье место уезжаешь? Я заняла хорошее место. Да сколько можно? Да сколько можно? Видеоролик, идея для видеоролика. Лаги.
фиксика за игрока. Что ж за видео ролик сегодня тупой. Кто там опять наяривает? Да блин, опять наяривают. Плохой видеоролик. Сразу вообще ничего не получилось. Только сундуки могу открыть на радость. Гадость — это жетоны. Если хотите снова, я вам новое видео продолжение сделаю. Там только побольше кубков набью и все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.